У постояльцев пункта временного размещения пострадавших от наводнения культурный выходной. Для семей организован совместный выезд в городской парк. Несколько часов взрослые дети проведут здесь. Первые в программе посещения, конечно же, медведи. Наши правила – не шуметь, не бегать, не кричать, в клеточке ничего не бросаем. У каждого косолапого из этого зверинца своя история. Они практически все когда-то работали в цирке. Волей судьбы оказались в клетках. Кстати, у обитателей зверинца и этих гостей есть общие эмоции. В 2015 году зверей спасали из тонущего зоопарка. Тогда-то и появилась зооэкспозиция в парке. Мы были, как только он открылся, вот, поэтому как бы сейчас уже по-другому немножко все здесь. Лето все-таки, когда он открывался, вот ребенок был маленький, сейчас он повзрослел немножко и посмотрел еще раз. Сейчас в пункте временного размещения осталось 32 человека, чуть меньше половины – дети. Для детворы на Блюхера 36 действуют особые условия пребывания. Ежедневно работают волонтеры, функционирует детский уголок, организовано четырехразовое питание. Насчет детей вот это вот все делают, это очень хорошо, потому что вот это вот все происшествие мы-то мы, а у них психологическое какая-то все-таки этот. И они как-то помогают вот это вот. Не почувствовать детям. Этот выезд в городской парк останется в памяти детворы надолго. Бесплатная сахарная вата и катание на аттракционах – отличное времяпровождение в выходной день. Особой популярностью пользовались водные аттракционы. Кстати, четверо детей из ПВР отправили на отдых к морю. Ольга Муравьева, Сергей Флоренцев, Телемикс.